Сейчас состоится вбрасывание. Рикетс. Лаксо. Выход один на один. Быстрый бросок от поинта. Линейный арбитр зафиксировал проброс, как только шайба пересекла линию. Выстреливает от души. Выход два в одного. Выстреливает. Видел. Бросил. И снова еще один сейв. Видел. Он потерял шайбу. Быстро бросает. Степанек накрывает шайбу и звучит свисток. Шайбу. Выход два в одного. Запускает шайбу. И вот еще один сейв. Северсталь, Череповец. Находит шайбу. Выход два в одного. Стреляет без промаха. Бросил шайбу. Он парирует очередной бросок. Убийственным броском. Шайбой владеет Череповецкая и Северсталь. Выход один на один. Сослава. Он пасует шайбу. Бумагину. Расстреливает. Он промазывает. Хелпи. Закрыл ворота на замок. Шайбу контролирует Череповецкая и Северсталь. Выход один на один. Он убежал от соперника. И он отправляет шайбу в зону соперника. Делает мощный бросок. Пас вперед Чернову. И он просто переведет шайбу в нейтральную зону. Положение вне игры. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает Череповецкая и Северсталь. Видел. Все готово к вбрасыванию. Он отбирает шайбу. Впереди. Бросил. С пятачка. Рикетс. Рвется вперед. Заблокировано прямо перед воротами. Выход один на один. Мощный бросок сходу. Но это даже и не... Шайба перехвачена. Озлиншо. Бросает с неудобной руки. Они готовятся к вбрасыванию. Судья готовится произвести удаление. Он зарабатывает удаление за задержку клюшкой. Северсталь, Череповец. Собирается играть в большинстве первый раз за этот матч. Александр, у команды есть несколько классных бомбардиров в составе, но они все равно будут играть просто. Носки в упор и толкотня перед воротами – все, что они покажут в начале. Мы готовы к брасу. Шайба пересекает линию, и это проброс.
игра вот-вот начнется. Бумагину. Его принимают на бедро. Бросает шайбу. Пас вперед. Бумагину. Выход один на один. Бросил в касание. Он промазал. Отложенный штраф. Запустил шайбу. Он парирует очередной бросок. Он будет оштрафован за задержку руками. Он пасует Бумагину. Он забирает шайбу. Судья готовится произвести удаление. Он зарабатывает удаление за опасную игру высоко поднятых рук. Сбрасывание выигрывает Череповецкая сеть. Он забрасывает, и это первая шайба в этом матче. Он сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита, и оказался около нее раньше всех. Быстрый бросок. Он попросту не пробивает. Они готовятся к вбрасыванию. Шайбу заблокировал защитник. Фиксирует шайбу намертво. Судья готов к вбрасыванию. Заряжает изо всех сил. Выход 2-1. Быстрый бросок слева. Впереди. Бросает шайбу. Судья назначает вбрасывание. Чернов выигрывает вбрасывание. Шайбу контролирует Череповецкая Северсталь. Выход 1-1. Против него применяют силовой прием. Выход 1-1. Бросок сходу в касание. Лавинш. Выход 1-1. Сильный бросок и точный. Сейчас состоится вбрасывание. Рикес заряжает свою пушку. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Отложенный штраф. Быстро бросает. Он промазал. Часлава отправляется на скамейку штрафников за атаку игрока, не владеющего шайбой. Стреляет, что было сил. Бросает мощно. Вторный бросок. Он забрасывает в большинстве. Его клюшка буквально пляшет, пока он готовит шайбу для броска. А когда она ему порядком надоедает, ее стремительно уносят с крюка мастера в направлении цели. Уецо! Рвется вперед. Уецо! Бросает шайбу с пятачка. Штефанек накрывает шайбу. Все готово к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает Череповецкая Северсталь. Лаксо. Мощный бросок сходу. Рикес подбирает свободную шайбу. Шайбу перехватил Череповецкая Северсталь. Вбрасывание выигрывает Череповецкая Северсталь. В центре. Бросок, он забрасывает шайбу и выводит их вперед под занавес второго периода.
Вот что происходит, когда игрок обладает хорошим хоккейным кругозором. Он выбрал прекрасное положение, чтобы добить эту шайбу. Команда отчаянно стремится уйти в отрыв. Как же ей не хочется начинать третий период при равном счете. Это может сильно огорчить команду. Выстрелил! Пятачка! Бумагину! Медведеву! Это Сандис Озоли. Судья готовится произвести удаление. Он украл шапку. Озоли отправится на скамеечку для плохих парней. За атаку игрока, не владеющего шайбой. Выход один на один. Разрезает мощным броском. Выход два в одного. Стреляет по воротам. Звук сирены сообщает нам об окончании второго периода. Счет 2-1. Они готовятся к вбрасыванию. Вбрасывание выигрывает Череповецкая и Северстали. И на сей раз они попадают в офсайд. Бумаги. Он убирает шайбу. Выход один на один. Бросил шайбу. Слева. Чернов. Мощный бросок сходу. Пас вперед. Чернову. Северсталь, Череповец. По-прежнему испытывает трудности с реализацией лишнего. 0 из 3. Замораживает игру, зафиксировав шайбу. Мы готовы к вбрасыванию. Озелиншо. Мощнейший пушечный выстрел. Игра вот-вот начнется. Чернов выиграл вбрасывание. Они готовятся к вбрасыванию. Часлава. Он отобрал шайбу. По центру. Его принимают на бедро. Это Сандис Озоли. В центре. Бросил шайбу. Он парирует и этот бросок. Хелквист выкатывается из ворот, чтобы сыграть шайбу. Стреляет без промаха. Он забрасывает шайбу, и этого должно хватить. Они выигрывают в два гола к середине третьего периода. Наш форвард сыграл очень умно. Он знал, что шайба будет отбита, и оказался около нее раньше всех. Этот гол дает им столь желаемую страховку. Один гол в третьем периоде еще ничего не решает. А вот два гола означают спокойное плавание. Северсталь, Череповец. Достает шайбу. Северсталь, Череповец. Забирает шайбу. Хелквист парирует бросок. Он пасует шайбу. Не живи ее. Мощнейший бросок. Пятачка. Выход один на пять. Шайба в ворота. У них вновь появляются шансы. К середине третьего они отстают на один гол. Этот парень из любой ситуации лжецо. Он скажет, что любой может добить шайбу. Но в протоколе такой гол ничем не отличается от других. Играть еще приблизительно половину периода, и все может решить буквально одна единственная шайба. В такой момент смотришь на скамейку и спрашиваешь, кто там за что отвечает, к кому обращаться. Лапсо. Отправляет шайбу в зону атаки. Бросок с неудобной стороны клюшки. Северсталь, Череповец. Забирает шайбу. Хелквист выкатывается к шайбе и отбивает ее. Судья готов к вбрасыванию.
Вау, он промазал. Бросает шайбу. И снова бросок. Судья назначает вбрасывание. Фуя. Бросает шайбу. Он принял шайбу на себя. Отличная игра. Штепанек накрывает шайбу и звучит свисток. Вбрасывание выигрывает Череповецкая Северстали. Голкипер выходит из ворот, чтобы быть первым на шайбе. Сходу изо всех сил в створ ворот. Сейчас состоится вбрасывание. Уяцу бросает поворот. Отличные действия, сохранившие команде надежду в тот момент, когда играть всего ничего. Медведев выходит на лед, значит, команды снова играют в полных составах. Чуточку, но все же мимо ворот. Бросает. Степанек накрывает шаг. Хоккеисты заняли свои места и готовы к вбрасыванию. Залечь. Он отправляет шайбу в ворота. Отличный гол. Под занавес третьего они ведут две шайбы. Не думаю, что вратарь вообще видел эту шайбу. Атакующий игрок просто прицелился и запустил ее меж вратарских ушей. Играть остается меньше 2 минут, и они получают важнейшее, решающее преимущество. За такой короткий период вряд ли можно отыграть две шайбы. Степанек накрывает шайбу и звучит свисток. Бросил. Принимает бросок на себя. Шайба не проходит дальше. Удерживает шаг. Все готово к вбрасыванию. Медведев побеждает на вбрасывании. Выход 2-1. Бумагин имеет реальный шанс забросить шайбу. Бросает быстро. Гол в пустые ворота. Тому, как складывается игра, преимущество чрезвычайно большое. Им, что называется, поперло. Рикет подхватывает свободную шайбу. Бросает. И быстро еще один бросок. Они готовятся к вбрасыванию. Души. Еще один быстрый бросок. Необходимо как можно чаще действовать с поднятой головой, иначе с тобой случится какая-нибудь пакость. Уец владеет шайбой. Профил слева. Чернов.